Срубил дерево, посади два, гласит народная мудрость. Но лучше не рубить, а сажать как можно больше. И желательно большой компанией. Так и веселее, и результат впечатляющий. Об этом не понаслышке знает добровольческая команда. Она продолжает расчищать и восстанавливать горельники Заволжья. Более 300 добровольцев выехали в Заволжье сажать деревья. Среди них студенты, преподаватели, активисты зеленого движения «Эко», сотрудники Минприроды Чувашии, лесопожарной службы и Чебоксарского лесничества. Это уже вторая акция за год по посадке зеленых. С каждым разом участников становится больше. Увеличивается и количество молодых деревьев. Добровольцы в этот раз посадили 30 000 саженцев сосны обыкновенной.